Сегодня в России отмечают Национальный день донора. Дата 20 апреля выбрана не случайно. Почти два века назад в этот день молодой петербургский акушер впервые успешно провел переливание крови роженицы. И с 2007 года в России ежегодно отмечают Национальный день донора. Только в Бурятии на постоянной основе кровь сдают более 6 тысяч человек.